Здравствуйте, дорогие подписчики. Кто-то проснулся сегодня утром, пытался завести машину, но не заводится. Вот сижу, мерзну, жду техническую помощь от Рено. Кончились аккумуляторы. Позвонил брокеру, сообщил, они выслали помощь. Автономка не работает, на улице минус 2. Сейчас пробуем еще раз завести. Ничего. Ничего не происходит. Не хочет. Ну что, будем ждать будем ждать техническую помощь. Думаю, в скором времени она приедет, и мы продолжим свою работу. Все, до скорого. Теперь уже можно ехать на работу смело. Сказали, если еще раз повторится, то уже заменят аккумуляторы. Я думаю, лучше, чтобы заменили аккумуляторы. Все, всем хорошего дня. До скорой встречи.